Дорогие мои подписчики, как и обещала, иду клеить обои, но для начала хочу вам показать моих любимых питомцев. Эта девочка, ну ей, мы так думаем, что ей лет 5, вот, кто-то выбросил зимой эту девушку, мы забрали, думали, что ей полгодика, наверное, больше, потому что она ведет себя как уже довольно взрослая собака, Буся. Ей даже выбили, видите, он, кто-то ее так ударил, что челюсть выбил. Ну, она хорошая девочка, она очень хитрая, она как лиса. Бусь. А он хвостик у нее, ну, она действительно как лиса. А это Дашка. Это было 5 щенков, которые тоже народ выбросил, где-то месячные. Вот всех пораздавали, вот Дашка осталась у нас. Она как гончая собака, она сейчас молодая, ее все гоняют. Бетховен вообще старенький, гоняет ее. Вот, ну она как молодежь такая, зеленая. Вон, лапку дает, говорит, привет. И Буся тут как тут ревнует. Они только начинаешь кого-то гладить, так вторая уже не знает, что и творить. Халат, я в чистом халате. Это у нас такая есть, вон, черепаха. Тортила, которую надо покрасить. Весна пришла, она еще не покрашенная. Наша детвора бегает. Дали им только это. Это я только что здесь сидела. Вот хочу показать, что уже все абсолютно... У нас розовый, я не знаю, наверное, не передает. Вот видео не передает. Вот один персик розовый, второй и третий. Розовый двор на улице. Добралась я наконец-то сюда. Это я вчера кусочек поклеила. Включу свет. Кусочек поклеила обоев. О, ну, вроде бы ничего, так издалека посмотрим. Ничего. Значит, мы будем только переклеивать обои. Потолок у нас сделанный, приклеенный вот этими такими пластиками. Пластиковые такие квадратики. Потом мы сами делаем. И вот эти вот метровые обои. Сейчас покажу вам. А это, вот эта стенка здесь... У меня здесь идет гипсокартон. На гипсокартон мы сразу же, как неумеющие, приклеили лет 10, больше, чем 10 лет назад. Мы приклеили вот эти обои, и они не отдираются. Поэтому я решила клеить прямо на них сейчас. Клей я взяла какой. Сейчас покажу, какой клей. Обойный клей я беру для виниловых обоев. Вот я разбавила, так как написано было в инструкции, но чуть-чуть добавила на литр больше. То есть я немножко больше. Почему? Потому что обои у меня легкие и его хватает. То есть здесь надо было 6 литров, я 7 литров воды добавила и прекрасно клеит. Ну, видите, вот он такой... Вот такой клей, ну, довольно густой. Вот, прекрасный клей. Обои, как я вам говорила, обои я беру виниловые и метровые. Видите, метровые. Чем хорошо, очень быстро клеить. И очень удобные в работе. Значит, виниловые обои, они очень легкие. Ну, начинаем, как всегда, с чего? Прежде всего беру рулетку, ту, которую вчера искала, 10-метровую. Смотрели, да, наверное, домик моего мужа. Нашла, наконец-то. Беру рулетку и замеряю, сколько мне надо, какой кусочек. Здесь у меня потолок невысокий, поэтому... Оп. Меряем. Оп. Замеряем. Есть. Отмерила дальше, сколько мне надо обоинок. Обои свои раскатываю. Вот. Вот так вот.
я по первому листу меряю все листики. Вот. Раскатала для того, чтобы ровный был у нас листик обоев, да? Чтобы мы его ровненько отрезали. Мы помним правила математики о параллельности и перпендикулярности. Я равняю вот этот листик раз вот здесь вот. И все. И точно буду знать, что он у нас ровный. Мы выровняли первый листик и тот, который мы как повернули, вот так и выровняли. Скажу, обрезали все. И обрезаем. Больше всего, мне больше всего нравится обрезать вот таким ножом. Прекрасно. Значит, я, так как я вам и говорила, виниловые обои, их не надо смазывать клеем. Это лишний расход клея и это лишние проблемы, лишняя трата времени. Мы только стенку намазываем клеем. Клей хороший, обои держатся бесподобно. Беру клей так, ну, нормально, но размазываю. Но размазываю, хорошо его размазываю. Не, мы вот эту стенку мы сейчас не будем обрабатывать, потому что здесь полметра надо обрезать. А мы сейчас возьмем вот эту ровненькую, там, где у нас будет ровный кусочек, метровый кусочек. Намазываем стенку так, чтобы она хорошо была смазана клеем. И потом... Чтобы клей был равномерный. Не было никаких комочков. То есть нормально размазали и все. Мы потом, конечно, поровняем. У нас специально для этого есть приспособление. Я вам покажу, как. Так. Единственная проблема... То есть, как тяжело с ними работать, это когда ты его берешь, все-таки листик большой, и вот без помощи его брать, конечно, тяжеловато. Надо, чтобы кто-то подавал. Сейчас я помогу. Но можно и самому клеить. Я вчера ту стенку клеила сама. Но зато вот чем хорошо, вот тут показывай больше. Чем хорошо, вот видите, я сухой листик раз, тут я приклеила, и я спокойно могу сейчас внизу его выровнять, потянуть куда хочу. Я знаю, он не порвется, он прекрасно себя держит. Здесь у нас такой, кусочек, это не лишнее, а здесь... О. И главное... Главное, мы его можем, то, что я говорила, мы можем спокойно его выровнять. О, вот здесь вот по уголку раз, 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 поровняли, потянули. Мы видим, что спокойно, спокойно тянется. И главное, ты его пока равняешь, а он еще все вот так вот раз. Что-то не получилось чуть-чуть, раз, оторвали. Что мне нравится, очень нравится вот такая вот штучка. Шпатель на него говорю. Ну, не знаю, как называется. Значит, его спокойно можно, поскольку обои-то мы клеим уже на то, что есть, да, спокойно могу... О, видите, как расправила? Ты показываешь поиску, видно? Расправила прямо под сам плинтус, могу загнать обоину. Потом перевернула и спокойно расправляю. Расправляю сюда. Профессионал. Столько лет жизни уже стала профессионалом. Ты снимаешь, да? И вот такое есть приспособление. Резиновый валик. Мне тоже очень нравится. С этими обоями работать. Ты его прижимаешь. И он уже придавливает, как положено, эту обоинку. Вот а это у нас красивая. Такой получается дизайн. Дизайн. О, наоборот. Цветочек должен быть вверх. Вот такой вот. Дизайнеры мы.
Мы дизайнеры. Мы дизайнеры. Поняли. Вот так. Да. Будете знать, с кем вы... Кого вы смотрите. Все, дорогие друзья, мы продолжаем клеить. Надеемся, сегодня мы закончим эту комнату. Завтра могу вам показать. Будет симпатично. Ну, хочется сделать еще красивый дизайн, такой, как мы сами себе придумаем. Показали, как мы клеим. Поэтому удачи вам, успехов. Подписывайтесь на мой канал. Оставайтесь с нами и смотрите нас. Всем пока-пока. Счастливо.